С помощью скребка гуаша мы можем проработать апоневроз головы. Вот этими ушками начинаем растирать всю голову, начиная со лба и заканчивая затылком. Очень хорошо восстанавливается кровообращение в области головы. Если особенно у вас есть головные боли, они пройдут. Также это способствует хорошему росту волос. Могут даже начать расти новые волосы. Также можно проработать швы. Сагитальный шов и венечный шов тоже хорошо растираем. По швам нужно работать поперек, чтобы у нас они не залипали. А вообще по голове можно работать и вдоль, и поперек. То есть главное растирать. Затем можно вот этой стороной гладкой просто прокатать вниз всю голову, для того, чтобы освободившаяся лимфа стекла вниз и не создавала вам проблем и отеков на лице. Делайте.